Агентство ТАСС, Вероника Романенкова. Скажите честно, Владимир Владимирович, вы довольны работой правительства? Насколько адекватны действия, предпринимаемые сейчас той кризисной ситуации, о которой вы нам говорили? И, может быть, последуют корректировки состава? Нет, вы знаете, за достаточно большой промежуток времени моей работы, наверное, можно было заметить, что я очень бережно отношусь, а, к людям, и, б, считаю, что вот кадровая чехарда, она, как правило, конечно, не всегда, вот эти перемены кадровые являются негативными, но чехарда, она не нужна, она мешает. И если что-то у кого-то не получается, за что я тоже несу ответственность, я считаю, что здесь есть и моя вина. Поэтому никаких изменений существенных, во всяком случае, не предвидится. Мы вместе с правительством думаем о том, как совершенствовать структуру, это правда. Как сделать работу правительства более эффективной на наиболее чувствительных направлениях в экономике, в социальной сфере. И такие планы есть, но они не носят какого-то драматического характера, не связаны исключительно с персоналиями. Связано это с желанием совершенствовать работу этого важнейшего органа управления. Что касается доволен или недоволен, в целом считаю, что работа удовлетворительная. Конечно, можно и нужно работать лучше. Вот смотрите, в начале прошлого года был подготовлен и начал реализовываться антикризисный план. Ну, там, не помню уж, как там называется, но, по сути, антикризисный. Да? Значит, вот анализ всего того, что сделано, говорит о том, что 35% – это больше трети намеченных мероприятий в плане, к сожалению, пока не выполнены. И это говорит о том, что административных усилий, организаторских усилий по различным направлениям, в различных министерствах, ведомствах, конечно, предпринято еще недостаточно для того, чтобы оперативно, своевременно и качественно реагировать на те вызовы, которые перед нами стоят. Но в целом, повторяю, стратегически правительство делает нужные шаги и действует эффективно.